Буря эмоций у зрителей, накал страстей на игровом поле. Матч между зареченскими спортсменами и их пензенскими соперниками получился напряженным и непростым для обеих сборных. Команды «Союз Лером 06» и «Дюс 8-07» встретились в рамках первенства области по футболу среди подростков. Мне понравилась игра. Игра была тяжелая, 6-й год. Все-таки. То есть соперники были старше вас? Да, на год. Они выше и сильнее. Напряженная была игра. И мы забивали, и они. Много голов в этой игре было. Счет в матче открыли пензенцы. Следом за первым мячом в ворота соперника отправился и второй. Зареченцы ответили только одной успешной атакой, и на перерыв команды ушли со счетом 1-2 в пользу гостей. Мы играли в пас, очень хорошо видели своих игроков. Иногда выносы делали, когда нужны были. Удары сильные, хорошие у нас со штрафных. Уже в первые минуты второго тайма «Союз Лером 06» сравнял счет 2-2. Затем команды друг за другом провели результативные атаки 3-3. И тут удача отвернулась от зареченцев. Ребята из «Дюсш-8» один за другим забили в наши ворота 3 безответных мяча. Итог игры 3-6 в пользу пензенцев. Игра у нас сложилась как бы... Первый тайм удачно, мы потому что в Пензе в первом круге уступили 1-5, вот, дома чуть подготовились, уже игра была равная, мы забили, сравняли счет, то есть 3-3 неплохо, ну, ошибки в обороне и вратарь чуть-чуть, конечно, нам оплошал в некоторых моментах, обидно, ребят стараются. Еще одну игру в рамках первенства области по футболу провели 21 августа более старшие ребята. На поле встретились две зареченские команды «Сенсор 05» и «Союз Лером 04». Матч завершился со счетом 5-3 в пользу «Сенсора». Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».